Veuillez accueillir le prochain patineur représentant les États-Unis d'Amérique. Please welcome the next competitor representing the United States of America, Jeremy Ellett. Джереми Эбботс, который доказывает, что и в 28 лет еще можно вполне успешно претендовать на серьезные достижения. Но, судя по короткой программе, у, пожалуй, сильнейшего фигуриста Соединенных Штатов Америки последних нескольких лет, после, все-таки, полагаю, завершения карьеры Иваном Ласичиком, дела в начале сезона обстоят не слишком здорово. Короткий прокат у Эбботта получился не совсем, но не будем забывать, что Эбботт начинает всерьез не просто осваивать, а применять на практике четверные прыжки. Дошло, наконец, и до этого фигуриста, что без них бороться с соперниками будет проблематично. Есть у него в программе четверной и в произвольном прокате. Теперь посмотрим, как он с ним справится. Значительно увереннее. Все-таки четверной у Эбботта, скорее всего, психологически не получается. Он на него способен. Бабочки. Очень много недоработок у мужчин, второй этап подряд. Напомню, вот за те три турнира, которые можно было в открытом доступе посмотреть на телевизионных экранах в нашей стране, безошибочно две программы откатал Матида, и он сейчас абсолютно лучший в сезоне, великолепно откатал на Нибельхорне на Бунаре Ода, и все. И все, понимаете? Здесь, в короткой программе, ни одного проката, ни одной программы не было так, чтобы можно было сказать, что у специалистов, зрителей, тренеров и спортсменов к самим себе нет претензий. Все с какими-то недоработками. Это олимпийский сезон. Это в том числе и психологические сложности, учитывая уровень конкуренции в мужском фигурном катании. Все, Эбботт вылетает на сегодня и... Пока по-прежнему лучшее впечатление из американцев оставляют те, кто выступал на Skate America. Даже феноменальные компоненты Джереми сегодня не спасут. We'll be right back.
Программа, конечно, хорошая у Джереми Эббота, но исполнение никудышное. Как бы антирекорд не насобирал Джереми за этот прокат. Конечно, второй оценкой он худо-бедно себе подправит положение, но не особенно это скажется на его итоговой оценке. Ну, за 200, конечно, соберет. У него в первый день соревнований 75. Ну, сейчас будет, ну, 130-135. Может, побольше даже. Но это, конечно, все не то.141.37, в целом, наверное, баллы не самые плохие, но, конечно же, с ними бороться за что-либо серьезное проблематично. Пока только третий Эббот, а впереди еще тройка сильнейших. Yeah.